тебе. Привет, дорогие друзья, играем в Dungeon Siege, и сразу мы такие, оп, и оп, и в диалоге. Да, да, меня зовут Ира. Да, очень в тему. Я с каждого раза знакомлюсь с Эвой, она все время так радуется. Короче, Ира у нас чуть-чуть вперед пробежала, пока я была немножечко занята, и вот мы здесь. Ну, как обычно, вы понимаете, да? И вот мы здесь, да. Ну, давай, чё? Пожалуйста, помогите, циклопы взбесились, они заперли нас здесь, заперли и куда-то утащили моих людей. Одному разузнаю, известно, что их ждет. Одному азиату. Да-да-да, точно-точно. К вашим услугам, да, наверное? I'll free your man. I'll free your man. I'll free your man. Over there, past the fire grates, on the other side of the chamber. I don't know what they're planning, but those two are like brothers to me. Please, will you help them? Ты уже сказали же, что да, господи. Так, ну-ка я покажу, как людям куда-то убежала. Насколько? 2 метра, говоришь? Ну да, вон смотри, вон то сохранение, которое вот тут. Вот мы с тобой вот тут вот закончили, на самом деле. А, нет, ты вот так вот пробежала, да? И я вот пошла, и вот здесь вот у меня на мосту уже, не на мосту, а на вот этом подъеме уже началась. Начался диалог. Ну, понятно. А что, освободить его никак, что ли? А вот ты уже освободила. Нет. Дебил, что ли? Так, однозначно так. Такой вообще... Чё ты на нас давишь-то? Там ящик, даже не убегай. Шпилька резвости. Ну, поскольку она белая, я... Значит, что... О, цели, смотри, у нас цели в трех странах по цели. Вот там есть цель. Не понимать, как вас много. Ой, где? Ух ты. 2 раза? Как так? Почему так получилось? Мне хватило на 2 штуки, что ли? Странно. Ну стреляй же, ё-моё, ну. На Катарина иногда... Реально, включает. 2 раза хватает. Видите? Даже странно. Ой. Только знаешь, она как-то странно ее кидает, этот столб огня. То есть... Непонятно. Я думала, она там же появляется, где я, но нет. По-моему, ближайшие враги... Ближайших врагов. То есть, неважно. То есть, так же, как обычную атаку, например. Как я копье кидаю, здесь вот это вот. Ну и классно. Мне казалось, что... Да, мне тоже казалось, что... Да-да-да, мне тоже так казалось. Но нет, чуть не дал ману. Ходи, ё-моё, только вылечиться хотела. Ай. Давай, давай, замахивайся, дуралей. Ух ты, офигеть, вот эта атака все-таки моя любимая-любимая, которая такая синяя, когда я взлетаю. Она 700 сейчас отняла. Когда шаттл запускаешь? Сейчас. А, сейчас 695. Тоже нехило. А я, кстати, между прочим, знаешь, я, по-моему, не вижу тот урон, который ты не наносишь, ну, вот эти циферки. Да. А почему я вижу твой, по-моему? Хотя, да, ты же у нас главный герой, Рэй. Ну, сейчас... Что, через огонь его пропустим? Иди сюда, иди сюда. Блин, а тут собаки. А ему, наверное, похуй, да? Да не, у него вроде снималось. Твою мать, что это было? А что это было? Что-то откинуло. Да-да-да, что-то как-то... Меня-то вроде телепортом к тебе приманило, но... Я не поняла вообще, что это было. Не, меня тоже кидануло. Да? Такая игра, понимаешь, кидает. Ставит на колени и нагибает. Да лечись ты уже, тёлка, блин. Бессмысленная. Вот. Вот эти собаки, они просто своими рывками, на самом деле, очень много чего понимают. Да ебана на мать, хорошо, что ли? Блин, ты облизла. Вот это ёж, ты ё. У меня вообще дико странный ассоциативный ряд. Мне сейчас вспомнилось от чего-то... Чёрное зеркало.
С черным зеркалом? А? Почему? Не знаю. А почему черное зеркало? Не знаю, я говорю, у меня странно ассоциативный ряд. Я играю, играю, опа, черное зеркало в голове. Ху-ху, Самуэль! Давно не виделись. Да. Давай направо сперва, потому что там еще что есть. О, безумный бомбист. Какой-то. Ух ты ж, япона, мать, смотри. Какой чувачок. Эй, ну куда ты, женщина, наводишься? Куда? А да, у меня, знаешь, так иногда бывает, даже если я не в какой-нибудь игре, а просто вот, вот что-то, вот вообще какую-нибудь фигню смотрю, делаю что-то. Ну просто, короче говоря, обычной жизнью живу, у меня раз какая-нибудь игра всплывет. А это, знаешь, больше, мне кажется, по ощущениям. Да, оно больше от чувств вспоминается, чем от чего-то того, что ты увидел. Те же эмоции, еще что-нибудь. Развиваться. Это главное у нас будет. Все-таки защита рулит, потому что меня столько бьют, а мне как-то почти и пофиг. Я особо даже не защищаюсь, если честно. Я тупо долблю, набиваю вот эту атаку мою мега-мега. И, в общем-то... Достаточно. Да. Зараза, сняло. Бомбина. Безумная бомбина. Тысяча, по-моему, сейчас была. Атака, или это твоё было? Не, я реально не вижу. Не, я не вижу твоих цифр. А я твою вижу. Видишь, как оно. Так, сейчас level up. Что-то быстро, да? Вообще очень быстро, по-моему. Так. Да, мы что-то как-то чем дальше, тем быстрее прокачиваемся почему-то. Ну, как бы, с одной стороны, логично, с другой стороны, все мы знаем, что обычно эти вещи сложнее происходят. Чем выше у вас уровень в RPG-шках. В Skyrim'е точно. Ну, это да. Да и вообще в любых играх в RPG. Ну да, иначе неинтересно просто будет. Ой, а у меня что-то и прокачивать тоже как-то... Приобрести таланты. А, слушай, а у тебя пооткрывались или да, нет? Те, которые справа? Да, а у меня нет. Слева. Вот у меня то... Нет, справа и слева вот приобрести таланты. Да. У меня на самом деле только верхняя полоска. Не-не, у меня открылись. А у тебя знаешь, почему не открылись, наверное? Потому что ты, когда выбрать... навык, то есть помнишь там вот мастер, любитель, вот это вот, да, ну, три строки. Там нужно было еще новую способность выбрать. У меня после этого и открылась. Ты выбирала? Наверное, нет, получается. Так, что-то здесь какой-то обледенелый посох. Сейчас я зыркну. Вот я извините. В общем, короче, оказывается, мне кажется, что они не активны, а на самом деле всего лишь нужно было нажать купить. Отлично. В общем, я это сделала. То есть тогда они открываются. Они просто такие, знаешь, блеклые, кажется, что они вообще не активны. Игра доступны. Меня троллит вообще по-страшному. То есть я навожусь на какое-то оружие, которое мне выпало, и мне там все плюс зеленое, все плюс много. А потом, знаешь, так немножечко перекликну на другое, возвращаюсь туда, а у меня там уже не все. Вот опять сейчас это же хрень. Как будто бы у меня все по нулям изначально. То есть оно как бы сбрасывается, оно не видит то, что у меня там уже стоит. Дура несчастная игра. Это какой-то косяк. Раньше такого не было, кстати. Потом посмотришь ради любопытства. Так. Ой. Она такая исчезла. Ну, я опять нажала случайно на эту способность. Так, это ты уже бежишь, да? А ты еще не вышла оттуда, нет? Все, вышло, вышло. Вот людей мы нашли, одного чувачка. I thought I was a goner for sure. Ну и рожа. I need to get to the surface and let my family know that I'm not Шарапов. Dead. I owe you one, Legionnaire. Напоминает этого Романенко из Интернов. Да, кстати, что-то есть, хотя я Интернов не смотрю, но я поняла о ком-то. Судя по его роже, я поняла. Да, да. Двустволка мужества. А, я слышу, я бегаю такая ля-ля-ля-ля-ля, нажимаю, как будто бы я стою там в клетке и собираю эти ништяки. Бывает. Я на тебя смотрел. Сейчас тут зацепить. Да бывает, нормально. Мне, нагрудник, нагрудник там. Прочный по... Ой, прям могут же, когда хотят. Так, теперь пусть это окажется чем-то... Ага, хрен вам. Ну почему? Ну я хочу нормальный нагрудник. Ой-ой-ой, сколько у нас денег, посмотри. Что-то там, что-то... Я забыла, где, но только что скажи. Я в инвентаре где-то была, и там высветилось. Забыла, где. А я просто снаряжение, в снаряжении не видно. Так. А может быть в предметах сейчас я посмотрю. Где-то там должно быть. Короче, там где-то 24 тысячи, по-моему. Ого, фига себе. Да, 24? Не знаю, сейчас были, вот на том... А, мы ж... Ну ладно, пойдем сюда сперва.
Сделаем круг, угу. Наверное. О, черт. Подожди, я еще в этом самом. А, ты еще в этом? Угу. Так, сейчас. Уну моменту. А, 24. О, супер. Так, почти 25 уже даже. Ой, где я? Что я? Так. Здесь вообще не пойми чего, а у нас там еще цель осталась. Ну пойдем. Просто я думала, это обходной путь, как мы здесь по кольцу можно будет пройти, а нет. Пафосно. Как тебе проще с этим делом? Да ты выключишься вообще когда-нибудь или нет? Ладно, хрен с тобой. В общем, вот куда-то оттуда идти. Там цель. Подожди, мне показалось то, что... Ай, черт, не получилось. Подожди, сейчас. Да? А нет, подожди. Нет, меня не ранит вроде как, когда я через огонь даже. Подожди. Ну не должно, ты же там, ты же на огне не появляешься, правильно? Интересно. Нет, не ранит. А, да что ж ты так быстро гаснешь так, господи? Захочешь умереть, не умрешь, блин. Не, вроде не ранит. И, кстати, знаешь, по-моему, даже не ранит, если через огонь просто перекувырачиваешься. По-моему, это действует как у ворот. А. Потому что у меня пару раз так было. И я что-то так смотрю, как-то странно это все. Подожди, здесь что-то сундучишка, по-моему. И что это такое? Нет, показалось. Шестеренка. А вот с этой нету? Нет, тоже нету. И вот смотри, еще вот сюда цель. Вот если вот как я бегу по моему направлению направо, вот сюда, через этот мост, там тоже цель. Ну, там, людишки. Наверное, последний, или пятый механизм, может быть. Ой-о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 й-
Это был бы номер. Это да. Блин, я тебя... Меня, кстати, больше всего злюсь это собаки все время. Да? Что они как... Не, у меня вообще проблем нету. Они просто, когда вот рывок такой делают, они очень много... А я уворачиваюсь как ненормальная. То есть два удара, ворот. Чувак, мы пришли тебя спасать. Что-то какой-то перекошенный смотрит. Я, в общем, сразу монстров из Амнезии вспомнила. Да. Как обгоревший. Сабатон убежище. Сейчас, погоди. Сабатоны. Батоны. Чё там заключение-то нам делала? Крит? Ой, блин, я уже опять забыла. Просто смотри, у меня сабатоны вот эти... Они добавляют 2 защиты и 28 заключений, но при этом 27 выносливости. А выносливость — это жизнь. Там не стоит. Ничего, не заныкано. Сейчас я поубираю эти дебильные новые, потому что они мне... Слушай, а давай распродадимся? Давай. Так, в предметах. Ты пока свое продай, я сейчас посмотрю, что мне тут надо, не надо. Ой, у меня, кстати, до хера все уже накопилось. Атака, до свидания. Минус 12. Плюс 7. Вообще какую-то херню показывает. Ты знаешь, я никак не могу понять, вот все-таки вот эти вот... ну, в смысле, свойства каждого из предметов. Вот, например, вот у меня... у меня атаки 47, правильно? Ну. Мне, значит, показывает. Неукротимое ружье, плюс 7... И в сумме получается 22, и что это за херня? И это как будто бы на увеличение. Это на каждый предмет свой уровень атаки. То есть у тебя, например, может быть максимальный. То есть видишь, плюс 7, у тебя 22 получается на оружии. Да. А именно на оружии. А это же все суммируется с атакой браслета, с атакой еще чего-то. И получается итоговое это. Играла и поняла наконец. А может буквально... 27-й серии. Может буквально 26-й. Пару... Нет, 27-й. Может буквально пару серий назад это обсуждали. Я что-то про что-то другое, видимо, говорила, знаешь. Наверное. Потому что я как-то по-другому это все понимала. Ну, бывает. Так. Воля 28. Ну, воля, конечно, не слама. Что-то я хавать хочу. Тигры. Что? Это же фигня. А так и минус 47. Нам что-то не надо. Смотрела, знаешь, это сейчас популярный этот вайнмейкер, скажем так, вот это Паша Микус-то. И у него есть такой небольшой ролик, то, что
девушки, типа, я ничего не буду там, или, знаешь, кушать чуть-чуть, а потом дома жрать, жрать. Вот у меня сейчас... Да-да. Да-да-да. Опять у меня эта фигня, у меня стоит этот долбанный зуницкий амулет, но при этом он как бы читается, как будто бы он у меня не стоит. Чё за хрень? А я знаешь еще, наверное, почему у меня проблем особых нету? Я же забыла, у меня же этот огненная янтра на вампир зачарована на 45. Я же высасываю из них еще за жизньки заодно. Ах, вот на что, да. БГГшечка. Угу. Видишь, как хорошо с вампиром. Да-да, и они как бы тебе в пользу, наверное, повышены. Ну да, я их бью, а они мне лечат. Хороший обмен. В принципе, у меня можно все продавать, мне вообще ничего не нужно. Блин, а я тут мечусь. Между атакой 21 за 100 защиты минус 1, но... Есть другое, защита плюс 9 и воля плюс 20. Ну, конечно, наверное. Я атаку с другой стороны. Защита, конечно, здорово. Хотя, наверное, у тебя пока мало жизни, может, тебе защиту действительно. Ну, тогда у тебя атака будет поменьше. Ну, с другой стороны, я там в Гуччи всегда тусую. А у тебя криты хорошие. Поэтому, как бы... Да, да. Думай, защита тебе не повредила бы, думаю, конечно. Ну, блокирование я тоже ни хрена не пользуюсь. Да, вообще нафиг не нужно. Так прикольно, ты стоишь, и у тебя над башкой монетки, знаешь, появляется... Что ты продала там, знаешь... 156, типа, монет над головой высвечивается. А, что получила, да? Так, у тебя, значит, скорее всего, убрать, да? Да, то, что вообще всё, абсолютно. Так, ну эти кулоны, колечки я пока оставлю. Не, ну кулоны, да, они там, как бы, в принципе... Они редко выпадают, там... Салатики, маленькая батон помощь. Этого. Вот чем хорошо и вот эти кольца всякие, вот эти фигни, они выпадают редко, в принципе, их есть смысл зачаровывать, потому что все остальное сменяется довольно часто. Ну, относительно, да, конечно, но чаще, по крайней мере, чем те же самые кольца. Например, я уже не уверена, что мне выпадет что-то круче моего вот этого янтры, что там это было, которое с вампиром на 45. То есть я не думаю. Сильно сомневаюсь, в общем. Да, я думаю, что я не встречу уже ничего лучше, как то ружьишко за 18 тысяч, которое, помнишь, было. Вот из торговцев. Ну, кстати, мы можем туда прийти и что-нибудь купить заодно из оружия, потому что у меня там тоже что-то хорошее было, я помню. Так, угли решимости. Решительные огни. Я хочу переодеться. Что такое? Так, и лукасовские вещи я продаю. Ну, твои персонажи и имя. Даже в таком ракурсе видно, что оно огромное. Что ты сказал? Вымя, огромная грудь. А, да-да, она такая вообще, такая сисястая, мадам. Не, ну слушай, ну у тебя тоже не меньше. У тебя просто закрытые. Ну так-то да. Я думала, у тебя тоже не меньше, я такая про себя подумала, откуда ты знаешь? Да я имею в виду персонажа твоего. Я поняла. Я-то, конечно, не знаю. Не, ну у меня, знаешь, так я на секунду такая подвисла, даже на взгляд так подняла к небу. Что-то я не... Вспоминая, да? Не-не, типа, чё, как так вообще? Ну чё, куда нам там? Я помню, была... Когда в Ларри Крофт, ну вот в этой новой, когда проходила, там Лара Крофт бегает, и я такая, о, какие сиськи. А у меня больше 100 комментариев было. Под этой серии на тему сисек. Так, подожди, там что-то, по-моему, есть? Там было? Были. А мы здесь, мне кажется, везде уже были. Уже все облазили. А, я застряла. Почему я не могу? Что? Почему я не могу? А, все. А вот там вот на пятачке мы были? Да, были. Вот сундук открытый. А, да-да. Здесь сейчас сохранение будет хорошо. Так, мы, по-моему, тут не были. Не помню. Ну, дверь была открыта. Ну да, мы не были, и у нас да, цели не были, там не у нас были. Впереди. Этот список, так, это опять то же самое. Но двери, кстати, открыты. Ну. Чё это? Чё будем быть закрытым? Мы же должны вперед пройти. Господи. Механический тролль. В смысле, этот циклоп. Ну да, видишь, их в рабах держали. Жалко их даже. Мне даже убивать их не хочется.
А чё мы на самом деле вот реально против них? А почему действительно нельзя выбор сделать? А мы потому что меркантильные бабёнки, наверное. Чего мне не отыгрыш роли? Жалко их, реально. Сколько? Меньше, не больше 18 часов в день работать. Офигеть, сколько же до этого заставляли работать. Еды не давали, оплату не давали, реально рабами их сделали. Жалко же. О, господи. Эргометей. Прометей. Ну да, да, да. Это ж... Подумала. Только дурак не подумал бы. Опа! Да куда ты стреляешь? Ой-ой-ой, какой ты быстрый. Он закружился в вальсе. Блин, противные собаки. Я заметила, если враг находится вне моей, скажем так, зоны поражения, то есть из-за того, что ты отбегаешь, то есть камера-то двигается, не сужается, моя атакует других персонажей, то есть каких-нибудь. Ну, которые поближе, соответственно. То есть вот этим Special Attacks. Удивительно, вот та атака, которая у меня не отнимает сферу, она у меня реально круче, чем атака, которая ее отнимает. Странно. Все, все. Все. Жалко. Он живой такой. Не, у нас не было выбора, вот. Давай их пожалеем. Да, давай. The other cyclops has attacked us on sight. We had to defend ourselves. You took the side of the bosses. You want to enslave us, to make us work without pay, just like the paper says. Насилие это не ответ. Slavery is quite a charge. They said you'd been working peacefully for years. We worked for free because we didn't know better. And I read from the paper, and I shared it. Ну давай их освободим, жалко их. What paper are you talking about? An old man gave the paper to me. He called it a manifesto. Такую руку нёс. Во, переговоры. Переговоры? Смекаешь? Да-да-да. If you tell your brothers to stand down, we'll talk to Meister Castle. I will trust you to go to the Ironmongers to decide how best to end this fight. It is only by your mercy that we live. We will accept whatever judgment you make. Meister Castle did not tell us the whole story, it seems. Да вообще козёл. Да вообще, манипулятор хренов. Так, с мастером Касселем. А он, кстати... Жалко, сколько их мы положили. Да не говори. Слушай, тут... А, это сохранение, мне казалось, что несколько целей. Отлетейная, но она где-то там... Кстати, что, нам в другую сторону. Вот туда вот куда-то. Направо. А, смотри, а у нас тут цели есть. Ну давай. А тут. Здесь, наверное, кузнец еще один какой-нибудь, да? Вон там, видишь? А как нам туда пройти? Хрен его знает. А, а ты можешь телепортироваться, кстати, туда? Вряд ли. Нет? Нет, это же обычное, это же не телепорт. Потому сейчас, что там, смотри, там вот этот давай. Сейчас, может, здесь механизм, какой-то... который нам нужно нажать. Как-то подозрительно это все выглядит. Угу. Может, как-то расколошматить, я не знаю. Да нет. А, вот, смотри. А, да? Что? Слушай, правда, неожиданно, если честно. Угу. Эти трубы, если не знаешь, как оно работает, ломай это. Ну, поняли. Точно. Так, механизм. Знаешь, когда в метро играла, там у них механизм сломался в самом разгаре, скажем так. Да. Ногой пнула, заработала! Все нормально, по-русски. Да, это вообще старый дедовский метод, да. Херакнуть разок. Так, нам куда. А, вот у нас как раз ключ он нам дал от литейной. Сохраняешь. Кстати, может здесь и. Ух ты, ё-моё. Вот это! Сундучеща! И для меня, конечно же, ничего. Как это? А кто папа, да? А, да-да-да-да-да. Кстати, вот еще сундук. Можешь еще раз сохраняться.
чтобы потом не открывать его. Ну ты давай посмотри в инвентаре, может быть что-то переоденешь, и я сохраню. Сейчас, давай. Хотя вряд ли это они стоят-то. О, нифига, у меня на две каких-то вещи получше появились. Да? Угу. Ну, в принципе, вот эти сабатоны, их можно выкидывать, потому что защита плюс 2, заключение плюс 28, но выносливость минус 27 как-то не в кондишн. Сейчас. Ой-ой-ой, что ж я сделала? Печаль отрава. Печаль, печаль. У меня, кстати, еще можно неизменный из салата берёга продать. Так. Сначала у тебя были батоны, а потом салат, да? Да. Так, священный сабатон ты имеешь в виду, да? Продать? Да, один на тебя надет. Да. А салат у нас что? Изменный. Ага, ну, ясно. Мы на мне, а неизменный, да, его нафиг. Угу. Все, продала. Сколько у нас денежков? 30 тысяч. Почти 31. Охренеть. Мы закупимся. Стой, сохраняешь, и можно серию завершить. А, точняк. Мы богачи, мы богачи. Эй! Но, правда, это все очень быстро спустится, когда мы до города дойдем. 100%. Поэтому... завершаем. В общем, ребята, если эта серия вам понравилась, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, оставляйте комментарии. В следующий пойдем. Куда мы пойдем? Мы пойдем с киселем, короче. С киселем разбираться. Да, он что-то какой-то вообще дядька нехороший получился. Он что-то не на тех батоны кинул, да? Да, на кого-то перхоть крошишь, да? В общем, ладно, ребят, вы знаете, что делать, и всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Свен. Ира. Пока, ребята. Спасибо за внимание.